Проснулись, вы тоже просыпаетесь. Всем вам доброе утро, приятного аппетита, кто чем занимается. Всем счастья, здоровья, удачного дня. Мы сейчас начинаем, у нас утро и весь день у Насти это учеба, потому что у нее завтра сдача диплома. Не завтра, ну не сдача в смысле, а ты там что-то это... Сдача. Ну там что-то с дипломом, короче, в смысле сдача. У тебя сдача 21-го. Ну так я его сдаю на кафедру. Короче, сдает она на кафедру официальный диплом полностью. Ей нужно все до мелочей подготовить, поэтому она сегодня весь день занята. Так что сегодня мужской день. Поедем вместе со мной куда-нибудь. Ошибки, взял ошибки. Что, опять ошибки? Приехали, короче, в сервис к нашему Давиду. С Глебасиком встретились. Смотрите, какой довольный человек. Ну что, расскажи нам, что у тебя в этот раз с вашей BMW, Давид? Должно было быть все нормально, Паша. Давай, давай. В процессе разборки появляются новые проблемы. В итоге, короче, надо... Шланг надо где-то. Я-то думал, я сейчас поеду на новой машине. На новой коробке, пожогаю туда-сюда. А там шланг, короче, какой-то надо менять. А сейчас воскресенье, где его поменять? Понимаешь? Понимаешь. Так ничего, до завтра постоит. Страшно, что ли? Такой еще сигарета, что-то такая. Сигары не хватает тоже. Давай сигару. И вот такой бороды не хватает. Да, и бороды тоже. Что ты делаешь, тормоза? Что тебе не нравится, тормоза? Короче, что там понастраивали у Давидчика, да? Да, вот я. Сейчас выйду. Не ездит машина. Времени 8 часов. Но день только начинается. Настюха у нас училась здесь, да? Молодец. Сейчас едем на квест-рум. Мы давно еще хотели сходить. Нам советовал Гара сходить в этот квест-рум. Но сейчас мы решили сходить все вместе. Посмотрим, что у нас получится. Настя уже очкует, да? Да, очень страшно. Очень страшно? Ну, посмотрим, как будет там, надеюсь, нам там... Хотя там, она же сказала, там снимать не будет, нельзя, но она даст видео. Какие-то нарезки, если надо. Так что у нас будет видео. Вот она, черная комната, это тот квест-рум, о котором мы говорили. Извините, это у нас не квест-рум, у нас комната страха. Извините. Короче, заново. Тан-тан-тан, это черная комната. В общем, мы сейчас идем, это не квест-рум, это комната страха. Вот. Но мы не очкуем. Я очкую. Ну смотрите, там люди. Прям мне нравится их выражение лиц. Настя, как ты скажешь? Что ты скажешь? Вот эти вот. Им страшно. Ты видишь все? Вот эти вот. Видео, фонариком, зажигалкой внутри нельзя. Да. И внимательно слушать правила. Первое. Берегите голову, смотрите под ноги. Можно удариться, упасть, остаться здесь навсегда. Так что очень внимательно. Второе. Спасибо. Назад идти нельзя. Даже если выхода не видно, он есть. В комнату зашли, выход где-то в ней, а не там, откуда пришли. Чтобы войти, нужно найти 4 цифры кодовому замку. Они будут там, где подсказки. Подсказки на больших табличках. Yeah.
уходи! Уходи! Ай ты, блядь, ты что ты мне такое? Подожди, а там тупик. Там тупик. Вот она была, черная комната. Это было очень интересно. Если вы из Перми, обязательно сходите разочек. Да? Да. Пришли на нашу деревенскую тусовку. А? Классно? Смотрите. Что не видно еще? А музычка-то, да? Я лет 10 такую слышал вроде назад. Я прям помню, мы с Гариком тусили по такой. Еще в школе. Прикольно, потихоньку танцевали. Гарик на тебя запрыгнул. Мы упали, короче. Что-то... Тихо, тихо, об этом не рассказывай. Все, бам. Танцуют все. Даже кран. Какие если приехали? Все, идем. Короче, только в 12 начинается именно лазерное шоу, поэтому мы там чуть постояли, пошли домой. Дома переоделись в тепло сразу же, чтобы было все отлично. И идем. Там амы на стиле играют. Я вот только не понимаю, они реально приехали или это фигня? Мне кажется, особо нового нет. Там только Сергей Лазарев может приехать. Ну, и то за деньги. Ладно, приехали. Я вам лазеры обещал, да? Не будет. Я в шоке. Там просто попели какие-то Васечки. Какая-то чушь полная вообще. И все. А еще у нас завтра день города и не будет салюта, потому что город все деньги стратил на Сергея Лазарева. Да, завтра приедет Сергей Лазарев, а салюта не будет, потому что все деньги страчены. Нафиг он нужен нам? Я вообще офигенный этим городом. Идем, довольны, счастливые дамы. А? Не, я грустненькая. Я счастлив. Все. После того, как заканчивается, когда я лежу, Паша ходит в трусах. И тоже хочет спать. Во всем должна быть своя какая-то фишечка. У нас фишечка, что Настя валяется голая, а я в трусиках хожу и с камерой. Ладно, все, давайте. Всем до завтра. Счастья, спокойной ночи. И не унывайте. Если не сегодня наступило ваше это счастье, то завтра или послезавтра оно точно наступит.